Я считаю, что Азербайджан, официальный Баку, сделает все возможное, чтобы втягивать российских миротворцев в ситуации, с которыми они не имеют никакого отношения. Российские миротворцы в Арцахе для обеспечения безопасности армян. Они там не решают никакие экологические вопросы. Если у Азербайджана есть проблемы по экологическим вопросам или по другим вопросам, которые они создают, то им надо согласиться на основании международных механизмов, которые помогут создать диалог Степанакерт-Баку. Разные платформы нам предлагают этого, чтобы был международный механизм, и я думаю, что Степанакерт на это согласен. Так что, если Баку на это согласится, то можно решать вопросы. Почему они отправили ноту в Россию? Потому что они хотят их втягивать в разные сферы, в разные вопросы, как будто вы там решаете проблемы, у нас претензии к вам. И в то же время в азербайджанском обществе они создают впечатление и спрос на то, что российские миротворцы, они проармянские, они не помогают азербайджанцам, ничего не делают для них, и они должны быть выведены. Все очень хорошо согласовано президентским аппаратом Азербайджана. Все это политика Азербайджана, вывод российских миротворцев, что поможет, чтобы армяне тоже вышли из Арцаха. Для Алиева проблема решается так. Нет армян, нету проблемы. Будут ли выведены российским миротворцем, я думаю, этот вопрос должны задать мы российским партнерам. Но я думаю, если их цель там остаться, и у них мандат там остаться, то надо согласованно работать с Арменией и предотвратить все эти провокации, потому что мы каждый день будем с этим сталкиваться. Нужны жесткие меры, жесткие отзывы на это, чтобы это остановить. В противном случае ситуация будет осложняться день за днем. Баку этого намеряется, уж точно.